Здрасте. Государственный ансамбль «Песни и пляски. Забайкальские казаки» после продолжительного карантина и очередного отпуска продолжают свою работу. Артисты ансамбля разучивают новые танцевальные и музыкальные партии. Готовятся к празднованию победы в Великой Отечественной войне, которая состоится 3 сентября. Работа останавливается лишь для обеспечения необходимых мер предосторожности в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. При соблюдении вот этих всех правил мы сейчас занимаемся малыми группами и готовим программу, посвященную 9 мая. Это театрализованное представление, которое состоится с 3 сентября на площади Ленина. Хоровая оркестровая группа приготовила уже 4 песни очень интересных. Вот. Сейчас у нас начинается запись. Я так надеюсь, что уже в августе мы приступим к общим репетициям. Артисты ансамбля с нетерпением ждут возвращения в привычный ритм жизни.